Потому что лошадь держу. Это Маша репетирует Распутина. Вот это прикол, Маша. Я дома не была. Я не виновата, что я такая талантливая. Ах, у меня неограниченные способности, ты же знаешь. Роль кобылы была сыграна на 10, это уже точно. Машуль. Ну, Маша, ты еще вся в образе. Я в образе, я маркиз. Я не про кобылу, конечно. Ты мне чуть грудь не оторвал. Я думала, он артист нежный, он такой грубый. Покажи, Маша, что... Узнал ваш муж. Прекрасная маркиза. А муж-то как волнуется. А муж как волнуется. Муж сказал ему, смотри, за ней в оба глаза. Ты растешь. Спасибо, спасибо огромное. Посмотрите, с кем рядом я нахожусь уже какую неделю. Это не проходит даром. Да, но держи себя в руках, не давай сбрую на себя надевать. Ну, вы замечаете, уважаемые телезрители, что с каждой неделей происходит мой профессиональный рост, и все это благодаря Маше. С таким профессионалом... Ты всю жизнь должен кланяться, ноги целовать, колени. Наплюй и пой, Андрей Малахов. Пусть говорят. Пусть говорят. Давай споем. Ласточка, пой. Не умолкай. Андрей рядом с Машей поет все лучше и лучше. А Маша с Андреем все краше и краше становится. От выступления к выступлению, казалось бы, куда краше. На сцене Андрей Малахов и Маша Распутина. И уже вы закончили петь, я все сижу и любуюсь. Если честно, Алла Борисовна, я хотел переделать последнюю строчку и спеть ее так. Отчего гармонь поет? Потому что кто-то любит юмориста. При чем здесь юморист? Какие сапоги! Сама расшивала.
долгими зимними ночами. Андрей, ночью сегодня сидел и расклеивал. А Машенька пела и вязала. Ну как, он справился сегодня? А он какой хороший, гармошечка, сапожки. Из нашего колхоза, как сказали про нас. Самый красивый мужчина в мире. Если, я не знаю, какая там, это самая продвинутая деревня, вот это вот, самая продвинутая. Супер просто. Мы встречаем аплодисментами Андрея Малахова и Машу Распутину. Наконец-то я увидел, Андрюша, в чем ты приехал из Апатитов? Да, пришлось достать Максик из шкафов. Машуля, что тебя смутило? Ты. Я тебя смутил? Он про юмориста, оказывается, пел. Оказывается, про юмориста, про Галкина, а он не про гармониста пел. Ты про меня, что ли, пел? А да. Маша думала, что это про нас песня. Я вообще не понимаю, Андрюш, как можно петь про кого-то рядом с такой потрясающей женщиной? Кроме как не про нее. Ну, он думает, ну ты же знаешь, в любом колхозе хочется пойти налево, Максик. Даже... Что? Андрюш, я вот смотрю на тебя и радуюсь. Видимо, благосостояние колхозов растет. Солярии распространяются и в деревне уже. Ну, ты знаешь. Макс, если мы расскажем все тайны нашего колхоза... Так, в чем дело? Вы подеретесь потом, после оценок. Вообще, не останавливайте Распутину, Максим. Это единственный шанс у всей страны.